Здравствуйте, сейчас с вами послушаем вот этот ресивер замечательный Marantz 2240 и не менее хороший и замечательный Philips CD-104. Ну, о них очень много написано, просто проверить, что, как они работают. И акустика у нас будет сегодня вот эта Yamaha, вот модель NS-244, вот здесь грили сняты, вот тут они не сняты. Ну, давайте посмотрим, как это все звучит. Сейчас будем слушать сначала потоковое радио. Это у меня через трубку по Bluetooth SAP идет радио Sweet Jazz. Oh,
А сейчас мы переключимся на другой вход и послушаем компакт-диск. Thank you.
Ну вот, на этом, пожалуй, закончили. Ну и диск закончился. Спасибо за просмотр. Я думаю, вы поняли, как звучит этот проигрыватель. Конечно, трудно, так сказать, по съемке видео оценить, но, во всяком случае, может, почувствовали разницу между потоковым радио и компакт-диском на этом проигрывателе CD. Ну, на этом все. До свидания. До новых встреч.